честь 76-го дня рождения академика, профессора Казанского университета, в КФУ были впервые проведены андреевские чтения. Андреев Валентин Иванович – советский и российский педагог, профессор Казанского федерального университета и заслуженный деятель науки Российской Федерации. В период с 1985 по 2010 года возглавлял кафедру педагогики Казанского университета. За эти годы он создал научную школу, ключевой проблемой изучения которой стала ориентация обучения на творческое саморазвитие конкурентоспособной личности. И теперь в Казанском федеральном ежегодно будут проходить андреевские чтения, на которых его бывшие ученики, профессора, а также студенты смогут выступить со своими докладами о сложном пути личностного и профессионального становления, что и было много лет главной темой научных работ академика. А также в университете появился стенд, который раскрывает много деталей из его жизни. Традиционно каждый год, примерно в это время, он проводил всероссийские конференции, международные конференции, посвященные проблемам саморазвития творческой личности. Потому что очень многие приезжали в Казанский университет, готовили работы, вели исследования. Очень правильная инициатива руководства университета продолжить традицию проведения этих конференций.